Инженер, энергетик, метеоролог, летчик, радиотехник – эти и другие профессии. Такие нужные, важные, такие разные, кое-что объединяет. Сложно представить, что кто-то из представителей той или иной отрасли не знаком с законами физики. Уже в школе истинные технари проявляют большой интерес к этой науке. Щелковские школьники даже в каникулы не перестают учиться. Ребята из олимпиадного движения собираются на факультативах по физике регулярно. В гимназии номер 6 эти занятия проходят еженедельно. Муниципальный проект «Образовательные субботы» – это не скучные уроки, где подробно и четко разбираются олимпиадные задания прошлых лет. Интересные задачи, где есть над чем подумать. Я всегда стараюсь открыть детям глаза на то, что не надо бояться ничего сложного, потому что в этом сложном всегда можно найти зацепку и раскручивать, и получать обычные формулы, то есть использовать обычные формулы и, в принципе, решать просто задачу. На Олимпиаде часто встречаются нестандартные задания. Что-то необычное сделать обычным. То, с чем из-за волнения на интеллектуальном состязании порой не могут справиться умники и умницы. Опытные педагоги знают, на что обратить внимание ребят уже до Олимпиады, чтобы ученики не допустили ошибок. Итак, в начале урока разминка. Здесь нужно как следует разогреться, включиться в процесс на максимум и только потом приступить к более сложным заданиям. Сейчас ваша задача рассчитать. Видите, я вот вам предлагаю посмотреть еще, чтобы вы вспомнили на таблице формулы закона параллельного последовательного соединения. Вспоминаем и начинаем производить расчеты. Сложно найти правильно самому информацию для подготовки. Тут как бы выдают ее, направляют, над чем задуматься, что решать. Думаю, с физикой будет связано будущее мое. Нужно сказать, что гимназия номер 6 не случайно выбрана учреждением, где проходят эти факультативы. Здесь созданы профильные технологические классы, где физика и другие предметы этого направления изучаются углубленно. Многие выпускники успешно сдают ЕГЭ по этому предмету и затем поступают в престижные вузы страны. За этими ребятами, увлеченными и талантливыми, будущее. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.